Уникальные открытия ждут каждого, кто знакомится с историей образования нашего древнего города. Исследования историков и археологов подтверждают, что примерно в X веке на Чашином кургане была крепость, где жили одни из первых поселенцев будущего Брянска – вятичи. Общественность города уже не первый год пытается возродить памятник архитектуры. Готова концепция, как должен выглядеть будущий туристический объект. Самое древнее место, откуда город пошел. Покровская гора – это уже более позднее время. Поэтому это 11 век, 10 даже. И мы планируем входную группу перенести в другое место, чтобы историзм как бы был во главе угла. И по мере движения к Чашину кургану он хорошо просматривается. Представители активной молодежи вышли на субботник, провели акцию «С чего начинается Родина». К ним присоединились губернатор области Александр Богомаз, депутат Государственной думы Николай Валуев, депутаты областного парламента и городские власти. Первым делом они возложили цветы у монумента воинам, павшим при освобождении Брянска и беженцы от фашистов. Далее прошли по будущему туристическому маршруту, который предполагает разместить по ходу движения к самой чаше объекты, напоминающие о жизни наших предков. Планируем пока голубятню, чтобы человек, который там будет обслуживать ее, даст в руки подержать голубя, выпустить его. Потом, значит, амфитеатры такие будут на просторы любоваться. Там будет несколько площадок видовых, и уже будет пойдет развитие к реке. Потому что река дала жизнь вот этим возвышенностям, горам и жизнедеятельности. И там уже будет другая концепция внизу. Рыбацкий поселок какой-то. Ладья, пристань. На одном из склонов холма участники акции посадили саженцы одного из самых древних русских деревьев – дуба. Здесь всегда была защита рубежей первого города, первого поселения, которое здесь образовалось. И наверняка наша историческая задача – вернуть вот эту память предков всем жителям, да и вообще России, водить сюда детей. В первую очередь, рассказывать им истории. Здесь обязательно должен быть всегда наготове человек, который расскажет им историю этого места, откуда начинался город Брянск. Прежде всего, действительно, должен быть центр туризма, центр краеведения. Дети должны приезжать сюда и знакомиться со своей историей, для того, чтобы хранить эту историю и, конечно же, ее приумножать. Нам нельзя забывать историю своего народа, историю создания города. Она очень интересна. Здесь сегодня интересная идея была о создании здесь памятника. Это будет, скорее всего, хорошее туристическое место. И дай бог, чтобы это событие произошло. Губернатор положительно оценил идею возрождения памятника архитектуры и предложил рассмотреть проект в более широком кругу с привлечением всех необходимых специалистов. А депутатам областной думы и горсовета по этому округу Александр Богомаз порекомендовал взять шефство за этим местом и за реализацией проекта. Сегодня наша молодежь приняла участие в этой акции. То, что они чистят, выпиливают, обустраивают место, с чего начался, зародился наш город Брянск. Это очень важно, очень важно для нас, и для нашей молодежи, для подрастающего поколения. Мы видим, что наше подрастающее поколение, наша молодежь, наши наследники, они помнят, что носится город Брянск, и они хотят сохранить эти славные традиции. А власть Брянской области будет им в этом помогать. Первые лица области побывали на смотровой площадке Чашина кургана, полюбовались открывшимися видами на город и реки Десну и Балву. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События Брянск.